Известия от приморских спасателей очень ждут на Сахалине. И, как отметил мой коллега, практически все члены экипажа «Востока» либо невельчане, либо жители Невельского района Сахалинской области. Подробности по телефону нам сообщил другой коллега телеканала ОТВ «Сахалин» Евгений Коньков. Отлучившимся предупреждены все мимо проходящие суда, и по оценкам специалистов у пропавших моряков есть шансы на выживание, поскольку в той части моря очень оживленное судоходство, и экипаж могли подобрать другие рыбаки. Но как стало известно немножко позже, вот, что касается найденных вещей, то спасатели заявили, что предмет, который изначально приняли за буй, на самом деле это бочка. Вот. Ну, ситуация сейчас находится под личным контролем губернатора Сахалинской области. Сейчас подключается самолет Би-200. Мы находимся в постоянной связи с администрацией Приморского края по согласованию действий. Могу сказать, что предварительно ничего существенного пока не найдено. Так же, как и судно. Судно приписано к порту Невельск. Вот там в том числе и рыбаки есть, который проживает в городе Невельске, сахалинские рыбаки. Поэтому ждем результатов поиска и, безусловно, будем уже в зависимости от сложившейся ситуации принимать те или иные меры по поддержке или по оказанию помощи пострадавшим.